Вот такой вот рояльчик. Вильгельм Штайнберг. Немецкий рояль Вильгельм Штайнберг. Честно говоря, даже о таком имени и не знал. Ну вот, посмотрел в справочнике. В конце 19 века фирма основана в Вайзенберге. Ну, вот такой вот рояльчик. И, кстати, очень приличный. Новенький рояльчик. Ну, немножко пару слов об этом рояле. Вильгельм Штайнберг. Он где-то немножко напоминает Стэндвей. Вот этими дуплексами. Ну, у него пробки. Я вам скажу так, что он качество-то хорошее рояль, но это не высшего класса. Это такой, знаете ли, такой салонный рояльчик. Вот. У него, ну, он новенький, конечно, звучит. Но я, так сказать, не уверен, что он пользуется такими, каким-то огромным таким вот авторитетом. Хотя вот так вот все смотришь и отрегулирован, репетиция. Вот. Доверочки красивые, но что-то вот у него со звучанием. Вильгельм Штайнберг. То есть дуплексы, все как на Стэнвее. Вот, только один сошел пробки у него здесь, как не на Стэнвее. Все остальное, ну, может быть, он чем-то напоминает японские инструменты. Во всяком случае, вот там такой вот. Все, господа, давайте. Добрый день, господа. Рояль Штайнберг немецкий. Попробую сделать темперацию ушами. Ля 441 Гц.
Вроде сомкнулось. Сейчас проверяем. Собственно, смотрите, я сейчас не работал не на время, я на точность работал. Ну, а сейчас чистка. Thank you.
Знаете, корректировка нужна. Просто настраиваешь, а потом проверяешь, то ли рама едет. Какие-то ноты. Закрыть надо. Глоток. Далее. Thank you.
Сейчас я тренировкой займусь. Немножко постукивает, покрикивает ролечка, звенит. Но настройка, в принципе, неплохая. В заключение свою любимую. Делать. Все, пока.